Накануне в рамках профилактической акции «Безопасные каникулы», которая проходит под эгидой городского отдела МЧС и Ленинского районного комитета БРСМ, состоялась встреча с учащимися Брестского колледжа бизнеса и права. Начали с теории. Проинформировать молодежь о безопасном поведении на воде во время летних каникул, а также рассказать о безопасных пляжах и запрещенных местах для купания в городе. Задача номер один. Жаркая пора. Очень хотелось бы всем побывать на пляже, отдохнуть, окунуться, скажем так, освежиться. Вот. И наша задача вот, рассказать по основам безопасности жизнедеятельности при отдыхе на воде. То есть, что нужно делать для того, чтобы не омрачить отдых, ну а если уже попали в беду или увидели, что кто-то попал в беду, что необходимо сделать для того, чтобы не было этой беды. И чтобы беды действительно не произошло, продолжили акцию практикой. Место проведения показательного учения было выбрано не случайно. Территория Грибного канала является одним из излюбленных мест отдыха молодежи. Благодаря акции «Безопасные каникулы» ее участники повторили главные правила поведения на воде в летний период, а также учились оказывать первую помощь при спасении утопающих. Районный комитет совместно с МЧС работает уже в течение 5 лет. Мы друг другу помогаем в различных мероприятиях, а также их организовываем, а также их проводим. На данный момент это мероприятие решили провести для учреждения образования колледжа бизнеса и права, чтобы дети, опять же, те же студенты понимали, для чего это все есть и как себя вести на воде. Мероприятие выдалось массовым. В нем приняло участие порядка 200 человек. И, кажется, такие встречи лучше всяких лекций и фильмов. Ведь стать живым свидетелем, пусть смоделированной ситуации, это хороший и нужный опыт.